Сегодня в избиркоме Тувы прошло итоговое заседание по выборам президента России. Избиратели Республики Тыва показали самую высокую активность – 93,66%. Это, по предварительным данным, первый результат в стране. На втором месте по активности избирателей – Ямало-Ненецкий автономный округ – 91,9%. На третьем – Кабардино-Балкария. По данным итогового заседания избирательной комиссии Тувы, всего в регионе в выборах приняли участие 164 007 человек. Явка составила 93,66%. Это один из самых высоких результатов по стране и самый высокий в Сибирском федеральном округе. Из всех кандидатов в президенты России абсолютное большинство голосов тувинских избирателей получил Владимир Путин – 92,84%. На втором месте Павел Грудинин, на третьем – Владимир Жириновский. Далее Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Григорий Явлинский и Сергей Бабурин, а также Борис Титов. Самую большую поддержку Владимир Путин получил от жителей Эрзинского, Менгунтайгинского, Сутхольского и Дзунхимческого районов. Впервые использовались QR-коды, впервые использовались у нас комплексы обработки. Сейчас состоялось наше заседание итоговое, на котором мы подписали протоколы итоговые по состоянию вот на 10 часов 50 минут. Мы подписали итоговый протокол, который сейчас будет отправлен спецсвязью в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, которая уже подведет итоги всей этой президентской кампании, как вы знаете. Касаемо нашей республики, конечно же, мне, пользуясь случаем, хотелось поблагодарить наших избирателей за ту активную позицию, которую они заняли. Она показала нам, насколько мы солидарны. Вот. И поэтому мы довольно-таки не на плохих позициях по касаемо всей Российской Федерации.